Сегодня я хочу рассказать о полезной функции в условиях города – автоматическом парковочном ассистенте. Раньше у меня был свой парковочный ассистент, Дима, который помогал парковать автомобиль. Но он занимал место, его нужно было кормить, все-таки иногда надоедал своими разговорами. Но сейчас у меня есть электронный парковочный ассистент, который вполне заменяет Диму. Поэтому нам, к сожалению, придется попрощаться с Димой. Дима, прости. Давайте попробуем его. И сейчас я продемонстрирую, как он работает. Вот у нас есть ряд автомобилей. Я на панели включаю кнопку парковки, и на Максидоте оно мне рисует. Оно ищет, куда мне можно запарковать автомобиль. Вот оно где-то уже что-то нашло. Есть. Нашло место. Мы включаем заднюю передачу, и автомобиль сам начинает машину парковать. Вот он мне пишет, чтобы я остановился, включил переднюю. Он сам все это делает. И теперь опять заднюю. Он заезжает сам и красиво ставит автомобиль ровненько. Все. Я ему помогаю только с помощью тормоза. Вот мы и припарковались. Подписывайтесь на наш канал. Приезжайте к нам в автоцентр Прага-Автор.